Мы создали здесь нечто уникальное. До вершины. Мы создали рай. Наша жизнь здесь просто потрясающая. Дети такие удивительные. Я скучаю по маме. Маме надо полежать в больнице. Как она? Мы одна семья. Это ты виноват. Лесли была больна. Лучше оставайся там, где ты есть. Покажешься, и я тебя арестую. Мы не можем поехать на мамины похороны. Придется остаться. Но мы хотим увидеть маму. Дедушка нас не испугает. Сейчас вас ждет первое настоящее испытание. Помните, чему я вас учил? У них есть хот-доги. Что такое кола? Ядовитая вода. Я так рада, что наша семья вместе. Все местное и органическое. А как вы убили курицу? Ножом или топором? Это курица из гриль-бара. Мы покупаем ее уже мертвой. Детям нужно что-то постоянное. Настоящая школа. Я искренне надеюсь, что ты не делал то, о чем я подумала. Ваша дочь открыла мне глаза. Ты станешь моей женой. Все мои знания из книг бесполезны в реальной жизни. Пусть даже они прошли через все, что ты делал с ними, они не подготовлены к реальному миру. А я как раз думаю иначе. Это насилие над детьми. Ты чуть не попал в меня? Если бы хотел, попал. Здравствуй, дедушка. Мы с Эбби решили, что потребуем опеку над детьми. Они забирают нас у тебя? Есть такая вероятность. Наши дети будут королями жизни. Они сделали меня невероятно счастливым. Капитан Фантастик.